Мне спасибо за цветы. И, пожалуйста, включите Игорю монитор, он нифига не слышит. Не, ну пока Игорь было, он ничего не слышал. Играл как на одном. Ух ты! Ух ты! Ух ты! А все, можно я на этом концерт закончу? В принципе, я ради этого и вышел, чтобы забрать белые розы и свалить. Ух ты! Так вы троем несли, а я должен это один нести. Подожди, дай утащу. А там еще какая-то записка. Надо будет прочитать. Игорь, хочешь цветы? Ну, клево же, цветы. Во, любимый артист, благодарим тебя от всех поклонников за творчество и концерты.